Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Тень Колосса. В последней серии мы убили огромную, страшную, тягомотную тварь. И что же происходит теперь? Хочу сказать, что у нас снова слепое прохождение. Этого я уже не видел. Еще чуть-чуть проехать осталось. Кто-то скачет к нашему храму. Кто это, интересно? А наш герой тем временем, как обычно, приходит в себя. До конца игры осталось совсем немного. Сколько там? Четыре? Четыре колосса. Но я думаю, это будет серьезным испытанием. Потому что под конец уже понимать становится все сложнее, как же убивать этих тварей. Следующий враг. В пустынных землях гигант, летающий через земли, но не один. Интересно, что за гигант рассекает небеса над землей? Лошадкоу, ты где там? Привет, как дела? Хорошо. Так. Давайте посмотрим, как обычно. У нас традиция каждую серию начинать с осмотра. Да, это какой-то змей. Окей, вот мы и тут. И скачем мы куда-то вон в ту степь. Понятно. Далеко вообще, нет? Ну, мы тут, кстати говоря, вот именно в этой местности мало где были. Надеюсь, не через то ущелье. Там довольно запутано все. Заблудиться очень легко. Судя по всему, нет. А это что-то такое? Колонны какие-то, что ли? Да, похоже на то. Красивый лес. Так, и ищем дорогу. Вроде правильно, вот сюда. Да, местность, конечно, не самая приятная. Тихо. Ой-ой, не падай, не падай. Так, ну вообще это оно, судя по всему, да? Похоже, что именно здесь то, что нам нужно. Так, и как же тут пройти? Сложно сказать. Учитывая запутанность, я бы предпочел, чтобы этот меч светил везде. Ну да ладно.
Что поделать? Так, я туда скачу. Да, именно. Лошадь, только не упади. Именно туда, говорю. Ну, конечно. Хорошо, будем. Так, подожди. Ну что ты не в ту сторону-то бьешься? Чуть-чуть, отлично. Хорошо, будем искать другой путь. Временами вот это вот просто проблема. Найти, как именно добраться туда. Просто потому, что здесь неудобно осматриваться. С другой стороны, для игры, которая выпущена уже чуть ли не 10 лет назад, это привычно. Тогда игры делали гораздо менее дружелюбными к игроку. Кто-то скажет, что это хорошо, я считаю, что это плохо. И правильно, что игры развились в эту сторону, на мой взгляд. Все-таки вот такие элементарные действия нужно, по-моему, упрощать. Типа поиска там и... Я не люблю, когда вот мне просто... когда я не могу понять, куда же мне двигаться. Это не круто. А тут такого навалом. Так, я что, пришел? Куда пришел? Я обратно пришел. Да не может быть. Нет, по-любому куда-то туда. Фу, ладно, будем искать. Стоило начаться с слепого прохождения, мы снова не знаем, куда идти. Это печально. Так. Вот мы здесь. Может, мне вообще как-то через другое место попасть нужно? Хотя нет, навряд ли. Давайте аккуратно все осматривать. Лошадь, ты что делаешь вообще? Ой, елки-палки, лошадь, ты упоротая. Так, пойдем. Да пойдем ты уже, ну. Ох, временами эту лошадь охоту, ну, чтобы убили уже, чтобы была там трагическая сцена, что мы теряем своего Атрею. И больше, чтобы лошади не было. Может, мне вниз прыгнуть? Но это будет верная смерть. Вообще же сюда. Прыжок веры, как думаете? Подниматься потом где-то вон там. Давайте попробуем. Окей. Странно. Я, возможно, чего-то не понимаю, но у меня... Раньше нужно было квадрат держать, чтобы светить. А теперь кружок. Что-то изменилось или... Или как? Так, нам куда-то туда. А мне кажется, или там... Нет, не может быть такого. Показал, что там пещера. Хорошо... Ух, я уже просто... Я уже хочу добраться, наконец, до этого места. Где я нахожусь? Как же все сложно. Лошадь, иди сюда. Ну, лошадь, ну, пожалуйста. Ну, иди сюда. Авро! Иди сюда. Прикольная локация такая. Это было бы скучно, если бы сама локация не была такой прикольной. Да, это что? Почему? Иди, иди туда, иди внутрь. Мне кажется, это отсюда мы сможем туда попасть. Ух ты, как ярко. Ну, прям вообще пустыня. Блин, ну это круто, конечно.
Как-то так. Тут мы уже были в этой пустыне, Хорошо. я ее запомнил. И что Тут мы ходили к именно. огромному подземному бородатому колоссу. Указывает именно сюда, да? А, вот, нужно было встать именно на эту плиту. Если вокруг нее там пробежишь 15 метров, это тупо. Ну ни хрена себе. Это что еще такое вообще? О, понять не имею, как его сбивать. Я чувствую, с неба к нам не особо горит желание опускаться. Еще и в нас будет чего-нибудь поливаться. Вполне себе. Так. Не вошло. Хорошо. Ты посмотри, какой здоровый. Да. Игра, почему ты такая неторопливая? Это же офигеть. Вот. Эти прохождения никогда не получатся динамичными, просто потому что враг вот так вот взял и там на 10 километров от тебя улетел. Все. Он не хочет возвращаться. Сейчас он просто вот, ну, пролетит над тобой и опять куда-нибудь уйдет. Лошадь, уйди от меня. Я зол. Я искал этого босса, наверное, ну, чуть ли не час. Придется попариться. Ну давай, поскакали к нему. Будем гоняться. Мальчик, почему ты такой маленький? Почему лошадь такая большая? Не долетит тупо. Хорошо. Как вообще привлечь свое внимание к себе? То есть только на опережение стрелять, офигеть, как быстро и четко. О, вошло. И что это нам дает? Я думаю, на этих баллонах он и держится в воздухе. Баллонов, говорю. Да, блин. Шо? Еще один сдулся. Так, что-то пойдешь вниз, нет? Осталось на хвосте. Где прицел? А, вон он. Так, давай. Блин, камера. Камера, ну что ж ты наделала? Так, и теперь... я думаю, ты упадешь, да? Да, что-то есть такое ощущение. Ух, какая бандура. Обалдеть. Огромный. Блин. Камера. Зачем? Зачем? Лошадь. Лошадь, иди сюда. Лошадь, ну пусти ты меня на себя. Да пусти ты, ну. О, он уже как раз успел ушуршать. По этим штукам мне интересно, смогу подняться все-таки, нет? Лошадь, ну, ну. Ох, это лошадь просто.
Она не подскачет туда, куда мне нужно. Ничего не вижу. Давай. Давай. Вот так. Отлично. Сейчас самое главное, чтобы он под песок куда-нибудь не улез. Это будет подло. После всех страданий. Готов. Сейчас исчезнет эта штука. Да. Тихо. Пошел на крутой маневр. Тихо, 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 держимся. Так, ищем еще одно. Тут, похоже, нет. Да, где-то позади. Лошадь там снизу такая: «О, хозяин, вернись!» А как же мне открыть еще одну складку? Тихо, ну блин, как раз вот про это я и говорил. Это не круто. Да. Ну, примерно понятно, что делать. Вставай, вставай уже. Было совсем не больно, не ври. Так, окей. Ждем. Где-то подо мной. Ну, вылазь уже, что ли, я не знаю. Ну, полез. Новые себе пузыри надул. Отлично. Первый сразу сдули. Не вошло, к сожалению. Так, ну сейчас войдет. Хорош. И на хвосте. Все прекрасно. Начинаем по новой. Так, потихоньку. Блин, да лошадь, ну что ж ты? Камера, камера, тихо. О, давай, давай, твою дивизию. Ладно. Сейчас залезем. Блин, ну прикольная идея. Вот этот босс мне очень нравится. Он прикольный. Очень круто сделано. Тихо, не разгоняйся. Тут до тебя не догонишься. Успел. Странно как, но успел. Вообще не это хотел сделать. Так, выше. Все. Теперь тебе пора поднять крылья. И мы прыгаем. Прыгаем. Хорошо, прыгаем. Так, и где же вторая? Где-то в этой стороне. Тихо. Погнали. Второй открылся, да? Тихо, 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 не падай только. Так, здесь тоже. Отлично. Вошло.
Блин, да не трясись-то. Шло. Так, второй тоже исчез. Спокойно. Все в порядке. Если камера особенно придет в себя. Так, осталось дождаться пока. А, третий тоже сразу открыт. Но я не успею, я так чувствую. Сейчас она опять в землю войдет. Давай, давай, попробовать, по крайней мере. Нет, уже закрывается все. А жаль. Все, пошел вниз. Блин, ну это прикольно. Вот это вот вообще необычно. Хорошо. Ох ты, смотри. Что ты делаешь? Лошадь, как дела? Фу, и последний раз осталось. Но это уже точно. Если мы сможем забраться сейчас на него, будет последний раз. Этот босс вообще безобидный, по сути. Ничего не делает. Да, вылазь. Ты где? Уважаемый. Вот это, отлично. Были бы поменьше, конечно. Обалдеть. Первый. Хорошо встал, чувствую. Второй. Подожди, я только два успел, а где третий? Третий, видимо, где-то там спереди вылез. Лошадь, пойдем. Лошадь, ну вот что же за проблема тут вечно с этой лошадью? Я ненавижу эту лошадь. Пойдем, 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 лошадь, пойдем. Я знаю, ты можешь, ты не хочешь просто. Так, поскакали мы навстречу. А, навстречу, а он отвернулся от нас. Что это? Ой, я ненавижу эту игру, честно скажу, ненавижу. Она постоянно все делает не так. Я, блин, секунду назад пустил стрелку, именно когда нужно было выстрелить. Он выстрелил спустя секунду после того, как я захотел. Зачем? Как это произошло? Все, давай, начнем. Эта игра была бы просто дерьмовой, если бы не была такой офигительной. Вы видели главный герой, ой, главный герой, говорю, колосс на секунду подвис. Висел в воздухе на одном месте. Отлично. Осталось, чтобы ты крылья поднял. Крылища свои. Ну давай уже, ну. А, супер. Так, тут уже все. Тихо, тихо, тихо. Не нервничай. Прикольно, шерсть такая. Блин, пока ты тут доберешься еще. Давай, только не упади, блин, а. Давай. Вон он последний. Надо успеть. Что ж ты... О. Как это сложно, это капец. Вот и ты. Ну, давай. Первый вошел.
Все, прощай, наконец-то. Фу, это было долго. Прикольный бой. Мне понравился очень. Один из самых любимых, похоже, в этой игре будет. Необычно, интересно. Так, ну что, побежали. Ну да, тут без шансов. Ему все хуже и хуже, увидите. Ну, это было круто. Надеюсь, понравилось и вам, по-моему. Блин, ну, прикольная игра. Вот, все-таки до чего противоречивые чувства от нее? Что за звуки вообще идут постоянно? То есть она тягомотная, она очень кривая. Вот это управление меня просто убивает. Но при этом, блин, интересный подход. Она сделана с душой. Именно из-за этого в нее играешь с интересом. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.